Доброе утро! С вами Лина. Добро пожаловать на практику. Ложимся на спину, скрути валик из пледа и положи его под лопатки. Согни ноги, поставь стопы по ширине коврика. Уведи согнутые руки за голову и закрой глаза. Настроимся на практику с дыханием. Вдох и выдох через нос. Почувствуй приятное давление в области спины, там, где находится плед. Это массаж в статике, который помогает снять напряжение и улучшить кровообращение и подвижность позвоночника. И теперь правое бедро над левым, скрутка, опусти оба колена налево, взгляд направо. Останемся здесь на несколько дыханий. Наблюдай за ощущениями в теле. Вдох и выдох. Возвращаемся в центр, поменяем сторону. Левое бедро над правым. Опусти ноги направо. Взгляд налево. Дышим здесь. Расслабь плечи. Расслабь мышцы лица. Наблюдай за собой как бы со стороны, отпуская напряжение тела. Возвращаемся в центр. И теперь откладываем плед в сторону. Полностью ложимся на коврик. Прижми поясницу к коврику. Почувствуй, как бережно растягивается позвоночник на ровной поверхности. Положи руки на живот. Понаблюдай за движением живота. Вдох. Живот наполняется. Выдох. Опускается вниз. И теперь подтяни правое колено к груди, продолжая удерживать поясницу на коврике. Чувствуй бережное вытяжение этой области. И поменяем сторону. Левое колено к груди, поясница прижата. Глубокий вдох. Полный выдох. Теперь выпрями левую ногу, правое колено снова к груди. Слегка уведи колено в сторону правого плеча. Здесь расслабь поясницу. Пусть она уже слегка отрывается от коврика в ее естественном положении.
поменяем сторону. Левое колено к груди. Слегка уведи колено в сторону левого плеча. Почувствуй необычное ощущение, еще более глубокого вытяжения. И опускаем ногу. Стопы по ширине коврика. Бережно выталкиваем таз вверх. Поза полумоста. Оставляя таз стабильным, пошагай здесь, отрывая попеременно стопы от коврика. Старайся, чтобы таз находился в едином положении, поддерживая его мышцами спины и пресса. Замечательно. Бережно опустись вниз, подтяни колени к груди. Обними ноги. Глубокий вдох. И выдох. Отдохни здесь, позволяя себе расслабиться еще больше. И сделай ролик на позвоночнике вперед-назад, укрепляя мышцы спины и пресса. Садимся. Правая нога согнута. Левую выпрями за спиной. Поза «спящий лебедь». Сделай вдох. И с выдохом опустись вперед. Побудь здесь на несколько приятных дыханий. Можешь также попробовать согнуть левую ногу и левой рукой потянуть стопу рядом с телом, растягивая переднюю поверхность левого бедра. Или останься в предыдущем положении. Глубокий вдох. И выдох. Не спеша поднимаемся, поменяем сторону. Левая нога согнута, правая выпрямлена за спиной. Вдох и с выдохом опустись вперед. Уложи лоб на ладони. Полностью расслабься здесь. Ты всегда можешь использовать плед для поддержки в асанах. И можешь согнуть правую ногу, потянуть колено рядом с телом или остаться в предыдущем положении. Слушай свое тело, слушай его сигналы. Проявляя внимательность, нежность и любовь. Замечательно. Переходим в положение четырех опор на коленях. Подложи плед под колени для смягчения асаны.
Со вдохом проваливаемся вниз, прогиб. С выдохом скругляем спину, отталкиваемся руками вверх. Продолжая в динамике, в своем темпе. Расслабь шею. Пусть тело движется свободно, в ритме твоего дыхания. Почувствуй этот поток. Наслаждайся процессом. И останавливаемся в центре. Выпрями левую ногу. Правую руку поставь перед собой на кончике пальцев. И приподними руку и ногу параллельно полу. Теперь согни ногу. Потянись рукой по диагонали, захватывая стопу. Раскрой грудной отдел. Глубокий вдох. И выдох. Поменяем сторону. Левая нога согнута. Правая выпрямлена за спиной. Приподними руку и ногу параллельно полу. И согни ногу. Потянись рукой по диагонали, захватывая стопу. Нога, как рычаг, тянет тело назад. Почувствуй, как приятно растягивается область плеч, верхняя часть спины. Завершаем. Опускаемся на пятки в позу ребенка. Опусти голову вниз. Положи руки вдоль тела. Полностью расслабься. Побудь наедине с собой, наблюдая за ощущениями в теле. Глубокий вдох, полный выдох. Почувствуй, как с каждым выдохом тело смягчается. И медленно поднимаемся, садимся на пятки. Прогнись, вдох и выдох. Садимся в простую позу со скрещенными ногами. Закрой на мгновение глаза. Мысленно поблагодари себя и свое тело за практику сегодня. Это твоя искренняя благодарность и бесценный подарок телу. И со вдохом подними руки через стороны вверх. С выдохом сложи ладони намасте перед грудью. Благодарю тебя за сегодняшнюю практику. Желаю тебе приятного, расслабленного дня. Буду очень рада твоему пальчику вверх и комментарию под видео. До встречи завтра!